задача хорошо выучить каждую из этих мелодий, тщательно их отработать и довести до автоматизма. В дальнейшем пробуйте подбирать мелодии самостоятельно. В этом разделе мы перейдем к более сложным техническим приемам, развивающим левую руку. Для начала разберем такой технический прием, как хаммер. Суть его заключается в том, что пальцы левой руки производят удары по струнам наподобие молотков. Отсюда название хаммер. В следующем упражнении используется та же техника, но количество нот больше. Следующее упражнение исполняется триолями. Из каждых трех нот медиатором исполняется первая и третья нота, а средняя, вторая нота, играется хаммером. В следующем упражнении действуем по тому же принципу. В следующем упражнении хаммеры нужно будет делать мизинцем, а правой рукой звукоизвлечение производится вверх, сразу по двум струнам. Следующий технический прием, который мы разберем из легатной техники, называется pull-off, срыв. С нечто подобным вы уже сталкивались, играя цигангу. Заключается суть приема в том, что пальцы левой руки срывают струну с лада.
Разберем упражнение на эту технику. Срывы исполняются средним и указательным пальцем левой руки. В следующем упражнении добавляется вторая струна, хотя срывы играются только на первой струне. В следующем упражнении задействованы все пальцы левой руки. Каждый из пальцев исполняет срыв. Играем на третьей струне. И срывы, и хаммеры исполняются не только на тонких струнах, но и на толстых. Следующее упражнение исполняется на пятой и шестой струне. Срывы делаются мизинцем. В следующем упражнении срывы тоже играются на пятой и шестой струнах указательным и безымянным пальцем. В следующем упражнении мы используем и пулы, и хаммеры по очереди. Играется на третьей струне. Thank you.
Следующий распространенный и очень часто используемый гитарный прием называется слайд. Слайд переводится как скольжение. Скольжение производится по струне, левой рукой, естественно. Всеми пальцами может производиться, но, как правило, указательным, средним и безымянным. Начнем со среднего пальца. В следующем упражнении слайды исполняются на первой, второй и третьей струнах. Начинается на третьей струне указательным, затем средним пальцем и безымянным пальцем.